началось. И сегодня мы будем играть с вами в игру Subway Surf. Наверное, все давно уже знают эту игру. Она вышла в 2012 году. Тоже довольно такая... Ну, не очень новая игра. Но и не старая. Игра такая хорошая. Ну, вообще, самая первая мобильная игра. Ну, не знаю, не самая первая, одна из самых первых мобильных игр, которая вот вышла тогда. Так, ну давай. У меня постоянно звук отключается, не знаю почему. Так, опять рекламка. Так, все, включили звук. Я коплю деньги на вот этого Филиппа, который стоит 95 тысяч. Первый костюм — это костюм теннисиста, и второй костюм — это костюм этого рейсера. Ну, короче, не знаю, как его называть еще. Я открыл все три костюма вот этого чудика, ну, основного персонажа. Здесь набрал 7 радио, здесь 6 гитар. Так, давайте играть. Опять реклама. Погнали. У меня такая прикольная фотка, видите, справа. Так. Эту фотку, ну, такую штуку вы можете сделать в приложении, то есть себя. Например, как я сделал. Не знаю, похож, нет? Но я старался делать похож. Эту штуку, я говорю еще раз, вы можете сделать в приложении FaceQ. Врезался. Так, у меня кубик. Опять такая штуковина. Погнали опять. Погромче сделаю. Кстати, у меня рекорд. 310 тысяч 100 с чем-то, по-моему. Где-то так. Так, погнали. Я прошел километров столько. Играл примерно 20 минут. Тун-тун-тун-тун-тун. Погнали. Дин-дин. Сейчас будем получать магнитики и будем вот эти кубики искать. Я хочу получить гитариста, а я только бы он сюда сейчас не поехал. Фух. Я хочу разблокировать Филиппа вот этого. Есть кубик. Давай, есть. Хочу разблокировать Филиппа и еще гитариста. Вообще всех. Даже если там есть вот эти персонажи какие-то, не знаю, глупые, неинтересные, то я все равно их хочу открыть, чтобы вообще окончательно пройти эту игру. Чтобы всех разблокировать, не только которые мне нравятся. Вау, скейт, такой классный скейт. Я попался. Так. Сейчас новая серия Subway Surf, это Монако. Какой-то Монако. Вот тоже теплой стране. Так, магнитик. Сейчас он нужен. Давай еще здесь передавать. Нет, не хватило магнитика. Могу сейчас все это собрать. Погнали. Thank you.
657 монеток уже у меня есть. 701 монетка. Сейчас уже будет больше. О, вот бы сейчас был магнитик. Так, так. Тин-дин-дин. В миллиметре. Опять знак вопросика. Такой дабл джамп. Ай, чуть не вырезался дабл джамп. Медленно кончается. Ух ты, обожаю эту радугу. Обожаю эту радугу. Я обожаю летать. У меня уже 1000 монет. Для кого-то там очень много, которые вообще не могут пройти вообще даже, не знаю, 5000. Постоянно вылезает. Для кого-то это много, для кого-то это мало. Для меня это мало. Потому что я проходил гораздо больше. Ай, ё-моё. Пока буду играть. Ух, чуть не врезалась. Есть. Пока не буду врезаться. Буду играть для бесконечности. Ауч. Есть. У меня осталось. Нет, не осталось уже. Магнит. Так, так. Чем я его взял? Здесь так мало монет. Ай, постоянно врезаюсь. Ой, не, не врезаюсь. Я еще пока ни разу не врезался. Ну, один раз. И то случайно. Ну, конечно, случайно. Я не люблю ботинки собирать, потому что это, например, когда какие-то предметы находятся на крыше, ты не можешь до них достать, тогда да. Так у меня такое редко бывает. Ай. Давай, один, один. Ладно, получил 5000. Все, второй приз, денежки. Все, опять играть пошел. Не хочу ждать. Так, так, так. Сейчас полетим, 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 полетим. Ха! И ноль монеток. Такая медленная скорость. Напишите в комментариях, кто вообще уже прошел эту игру. Вообще всю прошел. Потому что мне она очень нравится. Не знаю, почему эта игра на внимательность. Напишите в комментариях, в какие игры мне еще поиграть, кроме вот этой. Потому что у меня их много, могу специально скачать. Могу. Если напишите, какие игры у меня уже есть, то поиграю в их. Могу, говорю, еще скачать. Хотя бы побыстрее стало. Давай, быстрее, быстрее, еще быстрее. Ненавижу, когда медленно. Так, что же? Нет, только не ботинки. Я больше никогда не возьму, ребят. Постоянно из них вылезаешься. То в поезд. Да.
Если вам нравится эта игра, ставьте лайки. Если нет, то дизлайк. Так, только нет. Ну вот мы поиграли чуть-чуть. Сейчас еще последний заход сделаем. И все. Хотя нет. Я вам сейчас покажу. Так, get. Есть, я такой классный. Я такой классный, это я. Мне дают серебряную штукенцию. Я сейчас скажу. Подождите. Я в бронзе? Это как? Соник, я не знаю, кто это. Соник, он на самом последнем месте. Подожди. Почему я не... Я же в Сильвер был. А сейчас я здесь. Василий. Шамиль, это кто? Голд. И какой-то диамонт, то есть, наверное, не знаю, самые вообще лучшие игроки. Они вот здесь собираются и между собой соревнуются. Ну что ж, ребят, видео подошло к концу. Если вам оно понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока, с вами был я. Cool boy. Ждите новых видео.